Играть на гитаре со скоростью 33 ноты в секунду для него не проблема. Донецкий виртуоз трижды устанавливал рекорд Украины. Своим лучшим результатом Сергей Путятов называет 330 нот за 10 секунд. Но в этот раз удивлять публику решил не новыми достижениями, а игрой, объединенной с огненным шоу. Огонь – это, знаете, как это страсть романтизма, да? Вот когда ты играешь на гитаре, внутри что-то происходит. То же самое, я хочу это проявить как бы в реальном мире, чтобы люди ассоциировали гитару с огнем. Помочь воплотить идею в жизнь откликнулись Сергей, Дмитрий и Антон. Они – создатели фаер-шоу. Очень люблю играть с фитилем, брать его в руки, показывать, что я не боюсь огня. Водить огнем по телу – это тоже очень красиво и завораживает зрителя. Виртуозная игра на гитаре и завораживающее фаер-шоу привлекли несколько десятков зрителей. Мы с девчонками гуляли, услышали, играть музыка нам очень понравилась. Мы слушали мелодии, решили станцевать. Виртуоз-рекордсмен Сергей Путятов пообещал и в будущем устраивать для дончан подобные шоу. Рассказал, у него еще много идей. Александр Блинников, Дарья Захарова, Алексей Костюк. Панорама.